Так. Говорю, не тот дом. Четвертый год. Что дальше делать? Источник всегда должен найти, но что-то я его не вижу. Так это может фигурка? Может быть. Так, так, так. Это не то. Это Голливуд, ёпта. Я делал эту фигуру. Следующая там девала. Ты там был, кстати. Это вот тут. Это. Примерно где-то. Там будет дом какой-то разрываный. Так. Значит, там пальмы, сбоку будет дом. Так. Another signal. Maybe I should check it out.
Вот, полет по треку Восток. О, Найс, я нашел. One of those improvised transmitters. Following its flight path should repair the data on it. С другой стороны, значит. Now the park's just another piece of land we're barely holding. Plenty of losses. Underreported, no doubt. I'm running out of time. After Kenjiya Park, LA will fall. And to complicate things, I've been feeling eyes on me at base. Observing. Suspecting. I need to leak what I have as soon as I get back. Pharaoh plague was closing in. Thank you.
Ты вообще где, мазафака? Ну, нихуя себе. Осуждаю. Так. Осуждаю. Да, зачем? Зачем? Все, мне же сюда лететь надо. Но мы туда не поедем, мы поедем и сюда. Closer. Oh my god, shit. Might be the ones Romeo warned me about. Oh, please. В ногу. Блин, не зарядил копье. Сделочный. Чё? Ты его ваншотнул, найс. Что за бред, блядь? Thank you.
записная книжка нам. Но... Где он ее нашел вообще, блядь? Там еще крыша какая-то есть, может на крышу залезть еще. Срайт. Data, I'll need to follow its flight path. Jesus Christ. Ой, блядь. Что делаю? Я потерял управление. А, я подумал. Как тут застрял, блядь? Как ты вообще туда оказался? Полетели по вот этой точечке, ниточке. Куда нам не приведет? Неизвестно пока что. Said being my holocam operator at LAHV2 was a momentary pause on the way to rock starter. He should have spent his last days on it. Pile. Даже прочитать не успел, даже что он там имел, хотел сказать. Ну какой дом там стоит. Походу это у него дело вообще. Следующее что там у нас? Так. Следующая там гроза должна быть.
где? Там такая автострада, типа. А, вижу. Тут, типа, да? Чуть около пляжа. Около пляжа, да? Сука, жалко бомбу кидать нельзя. Я бы скинул прям на тех типов, нахуй. Ну, сука, движок прилип, блядь. Corrupted recording on this transmitter. Following its flight path should help repair it. If I'm KIA or discovered and silenced, this story will be sent out across every SOS channel we've got. Thank you.
One way or another, I'll make sure the truth gets out there. She sure was determined. So what happened? Полет по треку север-восток. 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 Так. Северо-восточный прибережный канал. Так. Это мы знаем, это гроза. Гроза херачит. Давай сейчас туда заедем. И будет все ясно. The air's crackling with those storm clouds looming. Better be careful. Door's locked. Electrical disturbance from the storm, maybe? Steady. I can fly for this one. The storm's not gonna let up. If I want to explore the island, I've gotta figure out what's causing it. I could try my focus. Clouds. I could track it with my focus. That storm bird's behaving erratically. I think it's seeding the clouds somehow. Wow.
Billy, Billy, Maiden, 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 Maiden! Looks like it's a fight. Malfunction. It's a good thing this place is deserted. Could have caused some real damage. Вот была вот в чем причина всей этой грозы. Только вот жалко вот эту вот птичку была мне. Бедняга. Она теперь дверь не откроет, но. Он упал в таком месте еще. Просто труп исчезнет, вот и все. Сделав в моем летающем чуваке. Надо теперь искать его. Водокрыл. Нужен водокрыл. Да, сейчас. Excuse me, так. Чезар. Ткани. Элитная. Фу, блин. У меня где машины летающие нет. Надо призывать идти. Светокрыл. Я могу светокрыла принимать? Где у нас обитание водокрылов, блин? Фу. Вот они. Сейчас эту пройдем и это раскидаю там всем. Макака. Нет, это не макака. Да, это макака.
fuck you, shit. Oh my god. Водокрыл, водокрыл, ты мне сейчас поможешь, водокрыл. Кто там пишет? О май гад. Блин, я кого еще могу перехватывать, чтобы я управлял на нем? Дружбан, ты где? Ну, друг, вези меня, вези на эту точку. Где она тут у нас? Following its flight path should repair the data on it. Где ты, друг? Друг, друг, ты где? Забери меня скорей. Оп! Even know. These lies can't.
They never did. I wonder what happened. Ух, битва, блядь, была жесткая. Ну, вон тут два танка горят. Это их непонятно кто, блядь. Тут еще обзорное колесо было. А вот она, кстати, она и есть. Ха! Huh. Picking up another signal. Looks like there's one more recording to find. Санта-Фе, Санта-Фе, Санта-Санта-Санта-Фе. Так, следующий, что там у нас? Следующий кричит заведующий, блядь. Баян еще тут, блядь. Так. Последняя, ластовая, шестая штука. Какие-то небоскребы пошли. Макс, 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 Макс. А, где-то. Финал стенд. Так, это у нас где? Это где вот ты тэпался, я понял где это. Финал стенд, блядь. Я-то что вспомнил, блядь, финал стенд. Тут получается, да? А, во! Есть. Там, знаешь, где я нашел его, получается? Это там, где особняк, получается, где память появилась. Final Stand. Это Battlefield. Если что, мне завод 311 всегда нравится. Особенно, когда ты башню там ломаешь, трубу на заводе. Вообще, четко. А что далеко ходить? На вон страйк, ёпта. Там есть такой ебанутый квест. Там, короче, есть снайперка на вон страйк. На вышке в этой, блядь. Ну, граница Каспия. Ну, не на вон страйк. На вон страйк это водная. Как же она называлась-то? Из третьей Батафилда, ёбаный рот. Осуждаю, асу, асу. А, как же называлась-то? Не на Австрайк. На Австрайк это водная. Где там? Акулу, ну, это, акулу эту можно найти, блядь, гигантскую. Ох, я уже не помню, как это поедет, да, это называлось. Горячий шторм там еще был, блядь. Нефтеперерабатывающий завод этот. Ну, с третьей части всего фест. Граница Каспия, еще какие-то другое. Метро. Да, метро. That's when I realized they were scared. My failsafe countdown had already started. Their time was running out. So they brought in their last resort. Some scientist named Elizabeth Sobeck. She looked tired. But she laid out the truth. No sugar-coated bullshit. That's right. Now. The
men and women out there won't ever know what they're really fighting for. But the truth is, we are fighting for the future. Even if that future is not for us. See you soon, Pasha. Elizabeth gave her hope. Because of that, she kept Zerodon's secret. Enduring victory held together to the end. Последнее. Так. Что, достижение выпало? Выпало. Он нахуй денется, блядь. Вы прошли все полеты по треку. 3% из 5, блядь. Сама бич, блядь. Охуеть. Охуеть. Так, здесь закончилось.